Папа, смотри! Здорово, правда? Это правда ты? Не может быть! Шутишь? Привет, дорогие, как дела? Хотя, какая разница? Вы представить не можете, что мы купили. Вот, такого точно нет ни у кого. Золотой воздух. Что может быть лучше? И сколько это стоит? Где чек? Давай, покажи мне его. Ах, чек, секунду. Он был где-то здесь. Ну вот, я же говорила, почти достала. Ничего себе, внушительный размерчик. Да ты с ума сошла? Это невыносимо. Я бесконечно возмущен. Ну сколько можно тратить мои деньги? Невероятно. Золотой воздух, это же надо додуматься. Все, с меня хватит, я не мешок с деньгами. Выметайся, я серьезно. Что? Ну как же? Стоп, а почему я? Тебе надо, ты уходи. О, без проблем, с радостью. Пойдем, Лори. Не переживай, детка, мы справимся. Вот увидишь. Ну вот, здесь мы и будем жить. Какой классный дом, мне так нравится. Это ты еще не видела его изнутри. О, да, пойдем скорее. Ну вот, это твоя комната, детка. Нравится? Не то слово. Это просто сказка. Тогда располагайся, а я скоро буду. Ну и ну. Просто чудесно. Вот бы и Мейбл была здесь. Вот так, еще немного. Теперь ты просто красавица. У лукоморья дуб зеленый. Золотая цепь на дубе том. И днем, и ночью. Как же было бы здорово. Сестренка, и как я теперь без нее? Да, не так уж здесь и интересно. Мейбл, когда мы еще увидимся? Это несправедливо. Мы должны быть рядом. Распродажа, все сюда. Только у нас самые низкие цены. Проходите, не стесняйтесь. Все очень дешево. Отлично, мы не останемся без денег. Вы что-то хотели? Сумка. Мне нужна ваша сумка. Нет, она не продается. Минутку. Вот, возьмите лучше мишку. Ого, он такой милый. Пожалуй, возьму. Нет, мама, это медведь Лори. Пожалуйста, не продавай его. Но так нечестно. Сестренка, мне так тебя не хватает. Кушать? Я хочу кушать. Где моя еда? Привет, дочка. Салют, папочка. Райан, пошевеливайся. Конечно, о чем разговор? А вот и обед. Спасибо, очень аппетитно. Приятного аппетита, Лори. Кажется, никто не видит. Мама будет в восторге. Ну как, тебе нравится? Очень вкусно, папочка. А вот и продолжение. А как тебе роллы? Ого, это прямо праздник какой-то. Класс, а это угощение для Мейбл. Спасибо, папочка. Ну все, мне пора. Смотри, не задерживайся. Ну как это можно есть? Издевательство. Эй, кажется, там кто-то есть. Лори, не может быть. Вот, держи. Это вам. Ну все, я побежала. Мама, смотри, что у меня есть. Выбрось эту гадость. С ума сойти. Откуда, Мейбл? Неужели это не сон? Богатая еда. Как же я скучала. Ура, этот день настал. Лори, тебе пора за свой богатый стол. Ну же, дочка, держи себя в руках. Осторожно, Мейбл, это чужая территория. За нашим бедным столом ничуть не хуже. А еще у меня для тебя сюрприз. Надеюсь, тебе понравится. Фотоаппарат из картона? Оригинально. Улыбочку. Готово. Ты прирожденный фотограф. Лори, ну что опять? Это тебе. Диадема за миллион. Спасибо, она просто супер. Как и все остальные. Какая безвкусица. Я не экономлю на ребенке. Что ты имеешь в виду? А ты подумай. Нет, ты мне все объяснишь. И не подумаю. Но это мы еще посмотрим. Истеричка. Сухарь. Содержанка. Ну вот опять. Поиграем? Видимо, это надолго. Мейбл, ну где ты, сестренка? Лори, когда же мы снова будем вместе? Эта разлука просто невыносима. Мне так тебя не хватает. Мейбл? Лори? Да! Неужели это случилось? Моя сестренка совсем рядом. Ну что, наш фирменный танец? Поехали! Класс, я так скучала. Мне столько нужно тебе рассказать. Просто не верится, я так соскучилась. Скорее садись, ну рассказывай, как твои дела?
Так-так, в чем дело? А ну молчать. В классе должна быть тишина. Я запрещаю вам разговаривать друг с другом. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Упс, они сговорились. Нет, это не смешно. Пожалуйста, не надо. Так нечестно. Приступаем к уроку. Все готовы? Ну что ж, начинаем. Добрый день. Нас пригласили. Вот только по спискам. Ого, смотрите, птичка. Скорее, кажется, получилось. Эй, где они? Странно. Мартин, чудесная вечеринка. Ты, как всегда, на высоте. Спасибо, я оценю ваше мнение. Давайте веселиться. Мама, смотри, там столько вкусного. Слюнки текут. Мы не можем упустить такой шанс. Ну и ну, только взгляните. Зачем им столько еды? Мартин, ты это видел? Так-так, все понятно. Охрана, сюда. Давайте, уведите их отсюда. Скорее, вы мешаете нам развлекаться. Вот и все, проблема решена. Продолжаем вечеринку. Обожаю спа. Я словно заново родился. Вот так, это пойдет вам на пользу. Интересная штучка. Упс, какой приятный аромат. Супер. Теперь я вкусно пахну. Отлично. Займите место на кушетке. Прекрасно. Расслабьтесь и получайте удовольствие. Фух, Лори, ты меня не узнала? Это же я. Мейбл, с ума сойти. Ну как же? Нам нужно кое-что обсудить. Вот, мы должны вернуть нашу семью. Ну как? Как тебе план? Прекрасно, ты все продумала. Теперь они точно будут вместе. А что происходит? Расслабьтесь, процедура еще не закончилась. А теперь перевернитесь на живот. Фух, чуть не попались. Алло, ты готова? Да, конечно, я все поняла. Удачи, Мейбл. Слушаю, все в полном порядке. Будь наготове, у нас все получится. Это мне? Ну зачем? Мы всего лишь идем прогуляться. Не спорь, ты должна это надеть. Решено. Ну уже, папочка, не спорь. Сделай это ради меня. Вот так? Отлично. Не забудь галстук. Ты у меня просто красавчик. Конечно, дочка. Ну вот, совсем другое дело. Осталось самое интересное. Что ж, я люблю эксперименты. Ну как я тебе? Шикарно. Вперед. Время не ждет. Я чувствую себя неловко. Это не мое. Брось, мама, тебе очень идет. Серьезно? Слишком красиво для прогулки. Она покорит его сердце. Ну же, папа, шевелись. Посмотри на меня. Стой здесь, я сейчас. Ничего не понимаю. И куда она подевалась? Ого, вот это мужчина. Кажется, это мой шанс. Салют. Добрый день, у вас шикарные часы. Позволите, я посмотрю. Ох, уж это Мейбл вечно придумает. О, нет, не может быть. Мартин, вы правы. Но это еще не все. Ого, сколько колец. Это же целое состояние. Негодяй, как ты мог так поступить со мной? В чем дело? Я не понимаю. Перестань меня бить. Предатель, не хочу тебя видеть. Отлично, тебе туда. Прелестно, просто замечательно. Доктор, нам срочно нужна ваша помощь. На что жалуетесь? Нет-нет, мы совершенно здоровы. Вы должны сказать маме и папе, что мы тяжело заболели. Это шутка? Хотя, почему бы и нет? Обожаю розыгрыши. Алло? Да, им очень плохо. Повсюду сыпь. Ужасно чешется. Ужасно, очень редкий случай. Скорее приезжайте. Что? Вы серьезно? Конечно, скоро буду. Какой кошмар. Я вылетаю. Кажется, получилось. Все просто супер. Мейбл? Где моя дочь? Я ничего не понимаю. А ты что тут делаешь? Тебе такой же вопрос. Ты следишь за мной? Еще мне этого не хватало. Стоп. Эта дверь заперта. Они все подстроили. Готово. Надеюсь, получится. Странно. Ничего не слышно. Они опять ругаются. Полный провал. Нет, это ни в какие ворота. Ты совершенно меня не слышишь. Я? Прекрасно. Это ты не умеешь искать компромисс. Все, надоело. Полностью с тобой согласна. Да, все бесполезно. Точно, это то, что нужно. Мама, я ушла из дома. Она точно клюнет на это. Мейбл? Не может быть. Как такое возможно?
Никого нет? Оставлю это здесь. Пора делать ноги. Папа, я ухожу из дома. Лори, только не это. Как ты могла? Помогите! Найдите мою дочь! Кажется, я знаю, где она может быть. Лори, дочка, ты слышишь меня? Мейбл, ну где же она? Мейбл, Лори! И ты здесь. Что случилось? Мейбл, я нигде не могу ее найти. Серьезно? Лори тоже нет дома. Спокойно. Мы будем искать их вместе. Кажется, у нас получилось. О, да, они уже не ругаются. Ну что, теперь наш выход. Та-дам! Девочки, ура, вы нашлись! Родители, мы так рады, что вы снова вместе. Понравилась история про двух неразлучных сестер? А как еще можно было помирить упрямых родителей? Напиши нам об этом в комментарии. И обязательно ставь лайк, подписывайся на наш канал и жми на колокольчик. Не пропусти новые семейные скетчи на канале Трум-Трум Селект.